Что будет с персонажами из разных мобильных игр, если их сбросить с большой высоты? Я не знаю, что сказать по этому поводу. Давайте же выясним. Warzone Mobile. Тут у вас есть два выбора. Либо прыгнуть и отправиться в ГУЛАГ, либо перед приземлением раскрыть парашют. PUBG Mobile. Пока я лечу, подпишись на канал и поставь лайк под данным видео. И если бы я играл в соло, то сразу бы умер. Oh my. Free Fire. После моего удачного приземления на эту башню совершаем прыжок веры и... Еще раз. И персонаж также отправляется в лобби. Call of Duty Mobile. Попытавшись спрыгнуть с большой высоты, у меня всегда раскрывался крылатый костюм. И я решил заюзать баг. И максимально прижавшись к стене, после прыжка у меня снимало только очень маленькое количество здоровья. Теперь ты знаешь.